Шумиха по поводу книг и фильмов серии 50 оттенков серого прошла лет 5 назад. А Наташа Королева только сейчас решила снять клип на тему БДСМ, даже название песни «Петли поцелуи» не оставляет возможности подумать о чем-либо другом. Был ли у вас опыт, когда в вашу размеренную, спокойную жизнь ворвался вихрь безумства и страсти? Если да, это видео для вас. Я надеюсь, что я смогла уловить и передать атмосферу и состояние головокружения от любовного приключения. Так певица анонсировала премьеру видеоклипа и сама лично поставила в публикации отметку 18+, намекая на очень откровенный контент. И не обманула. В клипе гораздо больше интимных сцен, чем самой королевой, которые, правда, сняты максимально целомудренно. Видимо, чтобы попасть в ротацию на телевидение. Звезды старой закалки, коей и является Наташа, учитывая, что свою карьеру она начинала в 90-х, так и не привыкли к мысли, что в сети можно получить гораздо больше просмотров и, соответственно, бонусов. Интересно, что своими главными вдохновителями и строгими критиками королева назвала мужа Сергея Глушко, на которого, кстати, очень похож главный герой клипа «Но в юности» и 17-летнего сына Архипа. Сразу видно, что в их семье царят дружеские отношения, и даже в такой теме, как в этом клипе, юноша может высказываться свободно, а к нему обязательно прислушаются.